Ну что ж, доброе утро! Доброе утро, дорогие наши телезрители! А с вами сейчас два профессионала итальянской кухни, Адылджан и Пазылджан. Ну, себя называю, потому что после стольких передач, мне кажется, я уже довольно-таки много знаю итальянской кухни. Ну да, много-много. Немало, да? Да, немало. Хорошо, вот столько передач мы уже показали нашим телезрителям. Они много интересного узнали, некоторые уже даже готовили, нам звонили, говорили свои отзывы. Чем сегодня мы удивим наших телезрителей? Ну, мы сегодня будем удивлять их рыбой. Рыба приготовлена с овощами, но на пару. Главное, нам нужна семга. Можно взять любую рыбу, можно окуня, кабачок, перец болгарский, и можно помидор. И главное у нас, собственно говоря, должна быть... Да, мантоварка, где с каждым... Мантышница, да, можно сначала замариновать семгу, чтобы она соль... Пропиталась, да? Пропиталась солью, можно перевернуть. Отлично. Так, вот. Черного перца. Угу. Могут. Только не переборщить. Это, мне кажется, будет, да, это будет слишком. Хорошо. Такое необычное. Хорошо, так. Ну, я тебе доверю вот эти два овоща. Отлично. Вам доверю. Спасибо. Так. Я вам покажу сейчас, как его готовить. Вот, держите ножик. Так, дальше. Так, отрезаем. Отрезаем лишнее. Можно его пополам. Пополам. И можно вот так. Хорошо. Вот такими дольками. Главное, чтобы было ровно и красиво. Хорошо. Так, вы тем временем? Я тем временем займусь болгарским перцем. Так, хорошо. А помидорка? Помидор дольками тоже можно. Так, дальше. Мы нарезали овощи. Мы нарезали. Берем фольгу. Так. Делаем из нее такой маленький конвертик. Вот это можно подвинуть. Можете забрать. Так, и главное, да, в принципе, полностью все можно и не ложить. В нашем случае вот этого будет вполне достаточно. Хорошо. Так, его тоже можно посолить. Ага. И поперчить. Ну, а если, допустим, у наших гостей, дома нет, допустим, кабачка, есть баклажан. Баклажан тоже можно? Баклажан это тоже. В принципе, любой овощ. Любой овощ, который нравится, можем баклажан. Морковку. Все, что нравится, то и можем. Теперь берем нашу красавицу, рыбу. Выкладываем ее вот так. Таким образом. И маленький конвертик. И, в общем, туда этот конвертик, да? Этот конвертик. Вот таким вот образом. Кладем вот сюда. И закрываем. И также закрываем. Вода в мантварке должна уже кипеть, да? Что-то такое, да, мощный пар уже. Кипеть мощный пар. А, ну что ж, друзья, сколько времени займет? 25 минут. 25 минут. Друзья, а через 25 минут мы вернемся и покажем, что у нас тут получилось. А, ну, Азарина, желаю хорошего эфира, продолжай. Друзья, через 20 минут увидимся.